А, денек сегодня офигенский. Ночью дождик лил, прям проливной. А сейчас солнце, дымка, влажность прям, ух, как в тропиках, караул. И жара началась. В общем, лето пришло. Ну что, дошили вчера потолок. Во вчерашнем видео рассказывал. Сегодня подшили вот потолочный фланец, то есть уголок вот печной у нас, в принципе, уже готов. Осталось только там вот стеновой фланец, юбку и печку можно ставить и топить. Такой вот у нас вышел уголочек. Плитка, под ней минерит, там еще базальтовый картон. Это все подробно рассказывал, когда вот эту стенку обшивал в предыдущих видео. Ссылки найду, прикреплю потом к этому видео. Ну и вот потолочный фланец, про него тоже там два слова сказал, но суть такова. У нас сэндвич ушел в стену, здесь будет труба одноконтурная вот таким уголком и на печку. Соответственно, вот здесь вот у нас, если бы был сэндвич, то в принципе там по нормативам мы бы как кое-как проходили. А так как труба, то по нормативам мы не проходим, потому что от трубы до горючей стены или потолка расстояние минимальное 1 метр. Соответственно, обязательно закрываем потолок. Такие вот потолочные фланцы продаются, типа а-ля нержавейка. Под нее подкладываем минерит и базальтовый картон. То есть делаем такую прям термоотсечку довольно-таки серьезную. И вот что касаемо фланцев. Значит, они продаются уже готовые, готовых размеров, вот с загнутыми уголками, чтобы можно было туда уложить что-то вот не горючее, термостойкое, чтобы именно вот делать термоотсечки. И вот по четырем уголкам у них такие как бы углубления, и там отверстие под крепеж. Но большого размера фланцы, особенно вот квадратные, прямоугольные, ну не прям уж так, но тоже, они провисают. Поэтому в середине вот засверлился, еще один шуруп прикрутил, но все равно не помогает, потому что он сам по себе довольно-таки тяжелый. И получается, вот видите, такой провис. А если бы в середине не крепился, то провис вообще бы был жуткий. Прям таким вот корытом бы свисало. Ну, как бы вот от этого никуда не денешься. Пробовал он на герметик клеить, ни хрена не держит. Потому что термостойкий герметик, он ну, не так, как вот другие, которые клеевые. Поэтому вот, ну, тут вариант такой. Либо вот это вот по периметру закрывать уголком, чуть большего размера, чтобы он как бы вот ровненько казался. Либо еще насверливаться вот хотя бы посерединке еще вот 4 шурупа и подтягивать этот фланец. Но это как бы вот как хозяева решат, так и сделаем, потому что это уже как бы не критично. Фланец висит, посверлиться и еще раз шурупы туда закрутить, это можно уже в любое время.